Здравствуйте, сударыни и судари. С недавних пор завели мы в саду кур. Их 5 у нас. Каждый день они несут по яичку. Каждая. Наблюдать за ними – это такое удовольствие. Вот посмотрите сами. Если бы вы знали, как любят капусту куры, вы скажете, капуста курам противопоказана. Но если кочерышку подвесить на определенной высоте, то куры подпрыгивают, склевывают этот кочан. Капусты получают не так много. Это для них гимнастика, это им полезно для того, чтобы они неслись регулярно. Куриная гимнастика – это очень забавная вещь. Имейте в виду. Ну, а если у вас есть вопросы, задавайте, я непременно постараюсь на них ответить. Подписывайтесь на канал, заходите к нам почаще, будьте здоровы, до встречи!